по кайфу сегодня решаем, делаем. 255 мне сказали, за 330 не могу. Хорошо, до свидания. Тогда. Отвлекаетесь на звонки и сообщения. Узбеки сотку оставили, чая. Доброе утро, дамы и господа. Сегодня у нас 14 июня, время 7.20. Вы на канале Драйвер. Рассказываю о своей деятельности в такси в городе Калининграде. Работаем по двум агрегаторам, Яндекс и Максим. Утро, 270 горит, выходим на линию. Меньше слов, больше работы. Кто мог поставить кол, и по итогу, скорее всего, когда меня сон клонило, два заказа было, и одна вот такая, видимо, пафосная попалась, поставила кол. Ну ничего, бывает. А что сделаешь, когда поездка 25 минут, а тебя, короче, ну просто вот рубит и все. Как этот, ну как будто вот рубильник выключили и все. Просто рубит. Ты же ей не скажешь, слушай, давай, короче, это. Сейчас остановимся, сейчас я покемарю. Или закажите другую машину, ты же ей так не скажешь. Бывает такое, да, иногда. Тут работяги, трудимся, как бы. Работаем, пытаемся заработать. Погода такая, своеобразная какая-то, вы видите. В шортах работал, замерз. Обед еще более-менее, потому что солнышко светило, а когда пошел дождик, все, холодно, печку включал. Лето, да? Лето ты включаешь печку, кайф вообще. Утро, лето, в куртке сидишь. Вот так, короче, очечки одел и все, с кайфом двигаемся. Тоже думал, сейчас быстренько выйду пораньше, короче, проснулся, во сколько я там, 5:30, и, короче, вышел вот только в 7:20. Найс. Да, пораньше. Вчера просто вышел в 6:20, но вчера и работа была, в четверг поинтереснее, и заказы было. А сейчас я вот смотрю на карту, что вчера и что сегодня, это небо и земля, абсолютно. Космо горит. Что там в косме случилось? Отсвечивает, да? Короче, сейчас я в тенечек встану. Смотрите, какой город. Ну, это такое себе, сколько там? 40. То есть вот горит только Аксаково и гетто. Поняли, да? Один здесь, один здесь. С таким коэффициентом лучше катнуть вот это. Это у нас чистыми выйдет вот 280 рублей. А мы сейчас сделали поездку. Сколько это у нас вышло чистыми? 306 поездка, и вышло у нас чистыми 247 рублей. И мы окажемся на Аксаково, а в это время на Аксаково все разгорится. По-моему, замечательно и идеально. Ну вот, город, в принципе, зеленый. Горит только там гетто, как всегда. И окраина. А мы, короче, запчасти везем со стартера. Вот. Блин, по окружной Вакорус, мне кажется, с кайфом вообще. Похуй, 4.6 плюс 400 кэф. А тут еще по максимуму заказ вылетел. 465 рублей до Чикаго. Интересно, сколько этот заказ будет? 515 рублей у нас где-то будет чистыми. 510-515. Зарезаю 15 минут. Для улучшения качества. Что-то она, короче, то ли проспала, то ли что. А корус-то большой. Я еду там, где метка стоит. А она этот. Короче, проехали, куда и надо было. Но в этом никто не виноват. Элбот коврики, пошив от 20 минут, вон кто спрашивал, вон на Акорусе. Как там Гурьевск сияет, поедем, короче, в сторону Гурьевска, потому что в Балтии будет закидывать всякую дичь. Балтию сейчас начнет кидать. Невского, конец Невского. Нормально, 390, 9 минут, пока выгрузились, чистыми. Спасибо там 400,
30-450 будет. Два заказа 900 рублей, в принципе, нормально. Да, что такое сегодня, а? Просто делаем вещи. Делай красиво, бич. Короче, по кайфу сегодня решаем, делаем вещи. Я понимаю, да. Это, вот это вот, да. Это работа. А то там некоторые говорят, когда тебе цирк должен доплачивать. Чувак, когда ты ограничен в передвижении, у тебя есть, ну, обязательства, и ты подстраиваешься под работу, а не работа под тебя подстраивается. Это совсем две разные вещи. Вот сегодня я не ограничен в перемещении. Сегодня мы можем путешествовать, куда хочешь ехать, как хочешь. Мы можем постоять, потупить. Мы можем сегодня все сделать. Соответственно, и это отражается на качестве заказа. Ну что, может перекусить нам, пока тишина? Потому что, мне кажется, после обеда будет жестко. Жестко. Время 11, короче. Чем мы там вышли? По Яше 2257. Максим 897. 3150. Ну, такое себе, конечно, за 4 часа. Так, ну что, у нас тут изменения с платками. Теперь через 3 минуты компенсация придет за платную подачу. Если клиент, ну, отменил. Раньше, напомню, это было 5. И он пишет то, что система учитывает, если ты стоишь пес на месте или едешь совсем в другую степь, компенсацию ты не получишь. Запомни это. Какую цену сказали? 255 рублей. 55. Раньше, 2-3 минуты. Ахуй. 330, ёб, сейчас начнется. Вы же сказали 255. На пустом месте. Геморрой какой-то. Хотя почему такое недоразумение получается? Потому что, наверное, не говорят этому самому пассажиру, сколько поездка стоит. Здравствуйте. Только стоимость поездки не 255, а 330. Я ж, ну, не посмотрел. Мне 255 мне сказали, за 330 не могу ехать. Хорошо, до свидания тогда. Ну вот, ваш заказ. Ну а что же они мне тогда говорят одно, а вам другое? Давайте хоть 300 рублей, мне 30 не найду. Вы спьете, что ли? Поездка стоит 330 рублей. Тут ехать-то всего 10 ну, минут, вот, 15. Вот на автобусе поедете туда. Давайте я сниму заказ и отдам вам деньги. Хорошо, да. Давайте хоть так. Давайте, только вы, ну, выйдете, отмените машину и все. И чего? Вы поедете или нет? Конечно, поеду. Окей. С кайфом поеду. Не поняла. С кайфом поеду, говорю. Так вы меня повезете или нет? Заказ, ну, отмените, поездка 330 рублей стоит. Нет у вас денег. А зачем тогда заказываете машину? Слушайте, они мне 250 сказали. Двери только хлопать не надо. Слушать надо лучше. Заказ отмените. Говорит, за 300 поедем. Поездка стоит 330 рублей. Такси она заказывает. Не отменяет заказ. Самое интересное то, что с нее все равно спишется неустойка в размере 75 рублей. Я отменю и поедем. Как тут можно что-то заработать, когда вот такие вот ситуации происходят, а? В пустом месте. За 330 не поеду. Знаете, что самое интересное? Этот человек вышел с хостела. Вообще меня просто поражают такие люди. Максимально. Стоял бы чай бы попил, чем вот это вот. Никакого уважения пожилым. Просто ужас. Надо же за бесплатно всех возить. На хостел у нас есть деньги, на такси получается нет. Одно дело, когда ты смотришь ролик, да, а когда тебе такая садится с такой просьбой, лучше бы в натуре бы похавал бы. За полчаса один заказ, и то сколько? 190 рублей за полчаса. Печатная, да? Да. Наверное, ваш.
наличными будете или переводом? Наличка. Когда на костыля вы сейчас зайдете на одну минуту, вы только минуту минимум уйти будете. А костыль здесь оставил. Угу. Постараюсь. Я разменяю. А, давайте тогда. Поехали. Поставили мы, короче, мой райончик. Гетто все горит. Выезд с гетто пробки. Аллейка стоит. Ой, ёп. Тут само гетто стоит. А что такое? Надо что-то делать. Что-то соображать. Я в шоке. Что случилось? Да и в городе не лучшая ситуация. Здесь тоже все стоит. Смотрите, сколько аварий. Пока все стоит, брусничку. Заодно посмотрим, как там бизнес-ланч. Сидеть в тачке. Время зря терять. Хотите работать в такси и ищете надежного партнера? Рекомендую Эксперт Парк, ведь они разработали уникальную программу Эксперт Парк 2.0 с самыми выгодными условиями для сотрудничества с Яндекс и Яндекс Доставкой. С ними ваша деятельность будет законной, ведь компания работает на рынке больше 8 лет. Став парковым самозанятым в Эксперт Парк, вы получите следующие преимущества. Комиссия за заказы всего 40 рублей в сутки. Автоматические выплаты на карты любых банков без комиссии. Круглосуточная техподдержка и личный колл-центр. Бесплатно помогут получить разрешение и зарегистрироваться в реестре перевозчиков и многое-многое другое. Если вы хотите попробовать себя в доставке, вы также можете связаться с техподдержкой и получить выгодные условия сотрудничества. Выберите свой формат работы и подключитесь к Эксперт Парку уже сегодня. Все контакты на экране и в описании. Работайте легально и зарабатывайте вместе с надежным партнером. Пока мы, короче, ели, нам пришло тут сообщение. Пользователи отмечают, что в поездке вы иногда отвлекаетесь на звонки и сообщения, даже за несколько секунд, в которые вы не следите за дорогой. Может произойти опасная ситуация. Автомобиль за это время пройдет около 30 метров, а вокруг пешеходы и другие машины. Сохраняйте полный контроль над поездкой, не отвлекайтесь во время движения. Это что-то новое, я считаю. Да, вот так вот стоишь на светофоре, да, ты даже не можешь посмотреть, да, на телефон. И, в принципе, не важно, что у тебя навигатор в телефоне. Ты не должен отвлекаться. Как говорится, неописуемо, так оно есть. Короче, мы поели, 390 рублей, фоточки скинул. В принципе, нормально пойдет. Вот так вот, вчера кол, сегодня у нас предупреждение. В телефоне мы сидим. Люди сравнивают тариф эконом с каким-то бизнес. Вот как вот здесь можно спокойно работать? Это, короче, сегодня вот с Большого Исакова, когда я тут радовался, да, заказу. Короче, едя мы по ее трущобам, по Большому Исакову, со двора выезжаем, она мне делает замечание. Не отвлекайтесь на телефон. Хорошо. Я телефон положил, потом, короче, кто-то мне позвонил. Я скинул. То есть вот, что значит не отвлекаться, то есть я не разговаривал по телефону, то есть нельзя даже на беззвучное поставить, получается, так? Короче, все как всегда, все такие правильные, а как заказать машину правильно, да, или ну какую-то метку указать подъезд, так не, это мы не умеем, это мы не знаем, это мы не понимаем. Тариф детский мы тоже не можем нормально заказать, тариф грузовой также, мы ничего не можем, зато... А вот водитель такой плохой сякой. Бедный несчастный. Смотрит в навигатор. А куда, сука, смотреть тогда? Слушать вот этот вот каждый день. Поверните налево, поверните направо. Да это можно ёбнуться. Ну просто. Машину прикурить? Могут. А как сделать побочнее? А? Заказывать надо. Вот, ну по этому номеру. Вот. Ну позвоните. И что, я и потом откажусь или как? Или чего, ну отказаться? Скажете, мне надо вот машину прикурить. Адрес мне укажете и вот все. Вот она, моя машина, да, стоит. Мне сейчас и телефон сядет, что я ей вообще не позвоню. Скажете то, что у вас нету проводов. 6 двоек набирайте и все. Кому надо будет, тот приедет, прикурит. Вам еще ее, ну, отгонять надо будет. Уже это что-то лишнее. Я поехал?
что он говорит. Чисто. И что? Внимание, разговоры записываются. Так вы же заказали уже машину какую-то. А? Заказали какую-то машину, что ли? Наталья, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, можно прикурить машину? Здравствуйте. Здравствуйте. Вот мы любим только пожаловаться. Но ты вот едешь с трехколесным велосипедом. Ты как думаешь, залезет он в багажник или нет? Конечно же, он не залезет, трехколесный. Я понимаю, что там беговел какой-то может залезть. Но трехколесный, детский, колеса не снимаются. Как он разбирается, она не знает. Как он должен залезть? В салоне. Базара нет, конечно, да. В салон закидываю. Ну вот как вот здесь можно работать нормально? Ты вот, бля, выходишь на работу, постоянно какой-то стресс. Что с людьми не так? Это жара действует или что это действует? Я, блядь, не понимаю просто. Либо они просто деградируют как-то, либо не хотят думать, либо на авось. Приехал с кайфом, ну, прокатился, постоял так, на солнышке позагорал. Ну опять же, это все водители. Водители у нас плохие. Водители чмошники. Зато пассажиры у нас хорошие, адекватные, сообразительные. Уже вот Камская 86. Здесь корпусов куево кучу. 30 рублей чая дал. Санитарный, да? Да. Наличными будете? Да, наличными. Узбеки сотку оставили чая. Вот так вот. Поездка очень дешевая на самом деле. С Углового до Малого Василькова 247 рублей минус комиссия. Так тянет спать, просто космос. Выпьем чая. Еще солнце это печет. Ты еще похавал. Ну короче, все вы знаете. Это вот классика жанра. Уже вот заказ по Максиму висит с Гурьевска. Одному ребенку 11 месяцев, второму 8 лет. Коляска складывается. Коляска. Ну вы поняли, да? Да, какая коляска? Пару строк об платной отмене в пути. Что-то я, короче, наверное, затроил. Не так подумал. Это, наверное, не платка. А может быть и платка. Ну, короче, вы сами поняли. Отмена будет платной. Если заказ по безналу, ты 10 минут подавал машину, к точке подъезжаешь, заказ отменен, значит все, компенсация тебе придет. Вопрос, сколько придет? 79 рублей или 65? Вот дожили, да? Узбеки, зная о том, что поездка стоит очень дешево, тебе дают, короче, чаюху сотку. Ой, Вася, что происходит? А кто-то сидит и жалуется. Он там взял телефон в ручки. Преступление года. Здравствуйте. Вам сколько лет? 8. Только надо было на бустер указывать, наверное. А есть у вас? У меня есть. Доплачивать будете за него? Что? Доплачивать будете за него? А сколько? 40 рублей. Доплатим. Люди немножко странные. Не успел, короче, сойти с линии. Нажал «Поехали», и в лед залетел заказ. По фотографии да, вижу. Это реально, я просто через это... Я сначала думаю, пойму, что за радуга. Это вокруг солнца, и вот эта вот полоска. Типа, как будто смерч. В центре у Европы пятница, 5:30. Нам бы сейчас бы куда-нибудь свалить бы. Он же сейчас даст какую-нибудь шляпу. Советский стоит. Там две аварии. В сторону Сельма. Ленинский стоит. Алло. Да, слушаю. А вы куда подъехали? Во двор? Да. Восточка во дворе стоит. Я
стоим на остановке. Можете выехать на улицу? Кто мы ставим ковы? Мы жалуемся. Мы можем пожаловаться, но мы не можем поставить точку правильно. Проделки Яндекса, сторонние силы, вот что делают, а? И сейчас будет капать платное ожидание, потому что водитель вот такой вот не туда подъехал, негодяй водитель. Вон она там стоит в черном. Дорогу перейдет, не перейдет? Вон она идет. Ну как-то тупенько. Время 6:90. Вот такое себе. В центре еще меньше. Вот где весь хлеб. Время без 15:08. Сейчас мы, наверное, сделаем промежуточные итоги. Никто не думал, что он там обидит. Чешем языком, там придумываем, сочиняем. Покажу заработки, километраж, и надо идти что-то похавать. Там Виктория, Спар, Тестик. Так, и нам, в принципе, ну, идеально заработать 2 косарика, ну, по возможности 1. Если работы не будет, то мы не будем здесь сидеть. 6200, 1800, 8, получается, по времени где-то часов 11, наверное, 278 пробега. 19:49, 49:48. Какой тут хавать? 270. Добрый. Здравствуйте. А за собачку-то что? Доплачивать надо будет. А скажите ему. Кому ему? А вот кто заказывал? Позвоните. Просто я без телефона вообще проебал. Ну тогда наша поездка не состоится. Почему? Ну потому что у вас нету денег. Ну оплачивает телефон. Оплачивает, тем более на конечном адресе нет. Мы не поедем. У вас тем более собака. К сожалению, мы не поедем. Да молодой человек, ну блин, неужели вы думаете, что я вас обманываю? Я не думаю, я просто, ну, констатирую факт. У вас собака. Давайте, я хотите, блин, что вам в залог дать? Мне ничего не надо. Дверку закройте и до свидания, все. Вот эти вот истории о том, что нету телефона. Ей же как-то позвонил человек. Она же знает, какая машина. Не надо тут сочинять и что-то выдумывать. Алло. Я? Да. Ага. Так у нее же вроде как, ну телефона там нету. Как вы до нее дозвонитесь? Ну, звоните. Короче, пришло собрание, плюс 350. Я вот не знаю, ехать, не ехать. С одной стороны, сейчас бац-бац, и касса набилась. С другой стороны, собрание там сейчас никого ничего не будет. И, в принципе, Варику ехать только Зелика по этому самому. Короче, вы поняли. Пожалуйста. Да. Пожалуйста, до свидания. Спасибо за поездку. Что-то я заказ-то закрыл. Короче. Что за подарок? Бить будешь? Контент. О, извини, подарок. О, спасибо большое. Спасибо большое. А тут, ну, заказ, ну, приходил на... Куда? Да. По Максимке? Не. По Яшке? А? На этот, на Пионерск. Блин, там 300 рублей. Да. Ты не взял? Нет, конечно. Ну, я сейчас, ну, Зелик, ну, поеду. Я взял этот корпорат. Ага. Плюс, ну, 400, нормально. Да. Моя да.
взяли мы, короче, предварительный плюс 400, домой 1300, 200. Да, три адреса, но 1300. Это не те деньги, которые заказ приходил. Да, вот Зелика в Холмогоровку. Что он там стоил бы? Рублей 800 минус комиссия. Ну вот, короче, я посчитал эту маршрутку. 1646. Минус комиссия 18% и получается 1350. А здесь сколько у нас вышло? 20 рублей. 30 рублей разница. Ну, такое себе, знаете, ребят. Самое главное, чтобы они быстро вышли. Занимались ерундой, как всегда. По полгода выходят. 15 минут платного ожидания. Кого-нибудь ждем. С облака ничего не меняется. Они уже третья минута идет. Четвертая получается. Я не знаю, там вон какие-то либо сзади идут, либо сбоку. Нет. До свидания. Все, короче, итоги. Итоги. Ставлю я, короче, километраж на стоп. Время. Вы так не делаете. В крайней мере, без подготовки, без знания своих сил, так делать нельзя. Ни в коем случае. Так, смотрите, Яндекс 8-110-23 заказа. Сейчас, чтобы не подумали, что вот первый заказ у нас вот 7-24 был. По Максиму 3-659. 10 заказов, 2 отмены. 2 у нас неустойки. Первый заказ у нас вот и последний. Он самый, да? Километражу 425. Это очень много. Бак газа мы спалили на 1400. И по времени показывает 17, но полчаса мы стояли. Полчаса обед, это минус час. И час еще там, еще куда-нибудь. Ну, более точно вы видите на экране, если что-то поменялось. Если не 15 часов работы. В общем, как-то так. Такая вот вышла смена. Денежная, хорошая. Но, повторяюсь, так делать не стоит. Если вы в своих силах не уверены, не стоит оно того. Подписываемся на телеграм-канал. Здесь PR-код. Также не забываем про лайк, подписаться и колокольчик. Ну и, в принципе, все. Тут концовка. Сами прекрасно понимаете, что не до подведения каких-то итогов, что-то говорить. Как получилось, так получилось. Все. Работайте головой и так не работайте. Всем спасибо за просмотр.